Ну, для вас, Игорь, я могу сказать, тренировку. С чего начинается тренировка? Давайте я сначала прошу вас. Разминку чего делать? Ну, давайте я не буду вас помочь, ребят. А наш хлеб, наши руки, а наш хлеб. Вот я прихожу в многие залы, ребята приходят и начинают делать разминку. А потом в конце тренировки идет руки разминать, там все. Приходите в зал, вот только пришли по камеру, парочку, пришли, переоделись. И начинаете с чего? Так вот руки чуть-чуть помяли, приготовили, да, и подходите к мешку. К мешку подошли, ну я здесь вот так как громко, когда ты пришел. К мешку подошли, около мешочка. Вот 3-4-5 минут побили. Не надо прыгать, не надо скакать, просто бьем прямые удары. Когда вы берете голову кулаком, вы набиваете кулаки. Здесь у нас находится, если я не ошибаюсь, 6 мелких костей, там, лунная, полулунная, всякие разные. Они очень болезненные. Многие большие переломы руки. Ну, у меня вот тоже вот здесь много переломов, но я после этого занимался руками, там электрофорезы, все. Для чего? Для того, чтобы руки были целы. Потому что мы бьем и лицо, мы бьем в лоб, мы бьем в локоть, это все бывает. Для того, чтобы руки были целы, значит, помимо перетор, помимо, с этого начинается. Ну, потом, поехали, ребят, это первое, что, ну, как всегда, мы с чего начинаем, давайте, в рядок ставим, что я вас видно. Давайте в рядок, или можете так сказать, рассосать, я вас вижу, чтобы вам было удобно. Чуть-чуть шаг вперед, шаг назад сделаем. Вот так, так никому не мешает, вот так, чтобы никому не мешали. А что вы там, ребят, стоите? Ну-ка, давайте, ближайся. Давай, два пацана, идёте. Все, не стесняйтесь. Все, находите место, все. Вон, мальчик, иди сюда, идем тоже. Идем. Сумку маме отдай, шапку маме отдай, папе. Все, ребят, мелкие, давайте пойдемте. Я просто маленький. Смотрите, что, чего начинаем? Все, вы знаете, беговая, все. Вот когда пошли, чуть-чуть ноги растянули. Если простая разминка, начинаем вот. Ну-ка, повторяем. Простые вещи. Вот, теперь две ноги взяли. Прямо их держим, помогаем. Все хорошо. Все. Теперь чуть-чуть растянули. Вот на себя, прямо на себя растянули. Еще растянули, еще. Вот. Теперь пошли на себе вниз, мы размяли, я это делаю вам коротко, потому что если длинно делать, то все делается по 10-15 лежит. Когда будет разбираться, по 10-12 лежит. Вот прямо, не волнуйтесь. Низ самый, на стопы, коленки, теперь у нас таз вращает. Вот. На 10-15 в одну сторону, 10-15 движение в другую сторону. Все это можно делать движение. Вот мы идем. Вот движение. Мы сейчас просто на месте делаем. Все эти движения делать отсюда. Идем и пошли. Все, мы для того, чтобы тренировка была эффективной, мы должны хорошо закрыть свое тело. Все, вот мы с вами поступили. Мы доходим до плечевого пояса. Для плечевого пояса у нас очень много упражнений. Начинаем коробки. Положили руки и поехали. Братан. Все, 5-6 движений мы делаем сюда. Вот мы, допустим, руки вперед. Крутим, ну-ка пошли. Назад крутим, да? Все, мы разминаем. А теперь мы делаем. Это уже координация. Это... Ну-ка давай, давай, пробуй. Это вот, ребят, вот как вот, идет вот, и пошел. Ну, здесь мы размяли, здесь размяли, теперь что у нас? У нас теперь есть само начинание. Мы начинали с рук и кистями заканчиваем. Кистями заканчиваем, все. Все отлично. Теперь, ребят, ну, подразмялись. Я это делаю, мы сейчас это сделаем за 10 минут. Вот эта тренировка для боксеров, не для боксеров, это разминка.
Это кардиоразминка, она для любого возраста, она приемлема. Может каждый человек утром встать, полчаса вот эти упражнения поделать, по 10-12 раз каждое упражнение, и вы можете считать, вы сделали хорошую, скажем, советскую зарядку, ваш организм готов, он полностью снабдился кровью, кровоток хорошо пошел, на голову все пошло, руки, ноги у вас готовы, давить день к работе. А у вас, у боксера, значит, организм уже готов к боевым действиям. Дмитрий, вот сейчас мокрый, да? Вот очень многие боксеры выходят на ринг сухие. Да, они вот размялись. Все, вроде они горят, им кажется, что они устали. Если вы вспомните свою тренировку, то перед боями, перед тренировочным процессом всегда как минимум полчаса делать разминку. Выходите на руках, выходите на тараканов всяких, скрабы делаете, да? Но это для чего? Для того, что вы себя нагружаете, и когда вы, наверное, выходите на тренировку, у нас парень. Вы мокрый, у вас организм готов работать. А когда вы ходите на бой сухие, то организм у вас не готов. Вы где-то ко второму, к концу второго раунда начинаете разогреваться и начинаете работать. А к этому времени, ребят, уже много-много нахватались, пропустили, очки потеряли, и нагнать очень сложно. Поэтому перед боем, когда идет разминка, вот вы сделали одну разминку, посидели, отдохнули чуть-чуть остываете и должны второй раз разогреться. После второго раза уже мокрые выходите на ринг и не бойтесь. Вы тогда с самого первого раунда можете готовые идти сразу делать ту задачу, которую вам ставит тренер. Ну теперь, ребят, простые вещи. Встали в точку. Кто правши в левостороннюю, кто левши в правостороннюю сторону. Я сейчас, вот видите, чулочок. Смотрит на меня, все видят меня, да? Смотрит на меня, я бью. Вы уклоняетесь. Можно шаг назад сделать? Но имейте в виду, я увеличу вторая рука, есть, правильно? Опа, не в ту сторону, ребят. Вот, внимательность. Вот я вас прикормил, передняя рука боксера. Я вас прикормил. Живот бьет, чуть-чуть назад пришли. Ударил. Оп! Опять прозевали, видите? Вот, я готовлю передней рукой. Это вам вбивайте в голову. Передняя рука, это ваш хлеб. Это начало любой, исполнения любой вашей задачи. Передней рукой вы просто дуете, вот, двигаетесь, раз удара, два удара. А вы реагируете. Ребят, реагируем. Вот удар. Оп! А вы что, я ударил, это шок. Поехали. Оп! Простые вещи, ну-ка давайте посмотрим, на что вы способны, что умеете делать. Я убил сначала прямые, теперь. Оп! Оп! Уклончики делают. Вот, хорошо, мама. Что вы делаете? Это тоже ученик. Первый. Это если он в хорошем состоянии. А так, шаг назад, нет, шаг назад, а потом состоянии влево или вправо. Эй, ребят, я пошел. Вот. Сразу, если он назад пойдет. Если он близко совсем стоит. Ну-ка, давай, вот. Ваша дистанция, вот она, вот я пошел. Смотри. Так как бою. Низ. 3 метра. Пошел, и он ждет. Нет. Вот они, вот, искуть, вот он пошел. Видите, где-то успел, где-то искуть. Вот он пошел. Приближенно к боевой ситуации. Вот все эти вещи делают, когда вот пошел, сразу пошел, он должен выходить. Теперь дальше поехали. Это сайд-степ.
Но на тренировке вот берете бутылочку, 2-3 глотка воды. Не надо, потому что пить хочется. Вы подходите, выпиваете по полбутылки пара, по 150, по 200 грамм. Я на тренировку смотрю за ребятами. Этого делать не надо. Выпиваете. Можете постоянно ее попивать там. Там, когда перерыв пришел, каждые 10 минут, 2-3 глотка, это вам будет польза. Вода будет проходить, и она будет ее пройдет. Так, что еще у нас просто? Ну, так, левши есть? Так, один левша, да? Два левша. Ну, а теперь тогда я для правшей скажу, что надо делать с левшами. Потому что раз у нас левши, то левша тоже скажешь, как пить правшу, а сейчас большинство побеждается меньшинство. Вот он левша. Он левша, да? Я становлюсь правшу. Все. Первая задача правши. Ребят, запомните это раз и навсегда. Вы когда боксируетесь, и так 90% вы идете в эту сторону. Вы идете сюда. Вы идете на левую руку к левше. Вы сокращаете дистанцию по печени, по голове. Задача левши и правши забрать вот эту ногу. У правши забрать вот такую часть поставить, чтобы ему, если он уходить будет, то он спотыкается. Если он заберет ногу, я уходить не могу. Значит, вы. Я правша, его вот, я сюда его сейчас загоняю. Я отсюда, отсюда. И левша очень плохо видит прямой удар. Где его загоняю, вот сразу первый удар пошел. Даже вы там готовите, все. Вот он первый удар. Вот сейчас даже просто попробуйте, ребята. Один ставит левшу, другой ставит правшу. Thank you.
потом раз и ушел. Вот вы человека подогнали, подошли, да, пробили, а потом раз и бежали. Нет, никогда не отскакивайте, ребят. Вот вы подошли, шаг назад сделали, посмотрели. Вы, когда вы отходите, вы смотрите сюда, сюда. Но ноги готовите, либо отсюда начинаете, либо отсюда начинаете. Повторная атака. Даже когда на мешке становится, работает. Одиночные это хорошо. Двоечку пробивайте хорошо. Но повтора атаки стало очень мало. А очень эффективная атака это повторная атака. Она всегда более результативна, чем первая атака. Первую атаку соперник ждет. Он скованный. Даже если вы попали под печенью, под сердцем, голову, он будет скован, ждет. Вы его не уроните. Когда вы пробили, раз, два, три пробили, шаг делал, еще вторая атака. Двойная, тройная атака. На вторую атаку очень многие не ждут. И он, вы пробили жесткую атаку, он ждет, все думает, закончилось. А вы шаг делали маленький, и закончили третий удар жесткий. Это может повлиять на число ваших нокаутов. Так это я делаю сегодня открытку вот такой. Но и прошла тренировка, да? Прошла тренировка, сейчас мы можем, так, кто будет желание, на мешках, что-то подскажу. А после тренировки очень важная часть это заминка. Это заминка, когда вы отдохнули, перчатки сняли. Ну и еще немаловажно, когда вот тренировка идет, только сказали, отдыхаем, мы все сразу сели. Где, ребят, ты стоишь, встали, ручки подняли, вздохнули. Два-три раза так вздохнули, и дыхание восстанавливается, ну молодые, организм хороший. Вы за минуту, восстановились и уже готовы. Когда вы садитесь, у вас кровь уходит. Ноги встаете, вот если хотите даже присели там, на 20 секунд, потом вы должны встать, ноги свернуть и дальше начать работать. После тренировки мы можем работать над своими руками. Но сейчас я, если кто эти упражнения делает, можете делать сейчас. Давайте так я покажу, просто лучше так встать на коленочки, ребят. Полы чистые, не волнуйтесь. Вот встаем. Видим, да? У нас на пальце, на нижнюю часть ладони, на кулаки, на внутреннюю часть ладони. Все, и вот это вот поехало у вас. Пока сейчас вот, ребята, пол жесткий, если этим не занимались, может на коленках стоять. Вообще это делается вот так. Это делается вот так. Это на мощную часть зрения. Потом переходим на пол. Но для начала прямо на полу или на ринге вы вот это все и делаете. Все, мы обязательно набиваем руки. У нас вот эти кисти должны быть жесткими, но в то же время эластичными. Вот эти сухожилия, суставы, они должны быть у нас гулять. Если у нас это будет жесткое, мягкое, но не жесткое, не эластичное, тогда вы будете ломать себе руки, ломать себе пальцы. Все, вот эти вот вещи обязательно после тренировки делать. Но что для спортсмена важно? Для боксера, чтобы у него был хороший торс, правильно? Да. Есть блок упражнений на пресс, но я вам рекомендую одно. Его можно делать до тренировки и после тренировки. Ложитесь на спину. У кого фамилия, имя, отчество короткое, значит повезло. У кого не короткое, значит повезло. Вот мы пишем.
фамилия, имя, отчество. Ножками. Вот, допустим, я пишу Назаров. Назаров. А судик будет, я подписываю полностью. Вот кто там есть там. Шамшиев, Сахандык, Шамшиевич. Вот пускай длинная будет у него такая. Вот вы, ребят, после тренировки, когда вы уже покачали пресс, покачали голову, эти все упражнения вы знаете, я не буду вам говорить. А самое веселое, вы каждый раз себя любите и прописываете, если короткое, значит, три раза фамилия, имя, отчество. Если длинное, два. А если себя любите, то пять раз пропишите. И вы здесь почему? У вас задействуют все мышцы, все, вы когда пишете. Буква О. Буква А, а там, буква Э. Вы делаете упражнения, и у вас все мышцы живота работают. Это очень важно. Сделали. Вот то, что мы сейчас с вами делали, да, это вы считаете два раза, три раза задел. Как бы получилось тренировка, разминка, работа над школой. Заминка. Но я вам заминку не стал, а показал только те вещи, которые интересны. Допустим, приятный зал, а будете фамилию Леоси писать на ногах, это уже интересно. Представляете, как вы написали все заминка. И ну, все это я сделал только в три раза короче. Потому что во время работы все это делается гораздо тише. Сама разминка 30 минут. Работа на парах, на столярных, работа над школой, это где-то 30-40 минут. Ну и заметка занимается 20 минут. Вот ее полночь, час 20, час 30. Для левши. Ну, вы знаете, преимущество левши. И гон, ребят, я вообще не дрался. Как вы думаете, почему? Бокс это раз вышел, правильно говоришь? Нет, там энергия. А второе, я боялся, что меня побьют. Я пошел в бокс, пускай один месяц, два месяца, три месяца. Я пошел в бокс, а меня бы кто-то побил. Что вы сказали все пацаны в канте? Ага, мы боксера побили. Поэтому я год никуда не ходил. Я избегал всех драк. Почти год. Избегал всех драк. Все. Потом, когда я набрался уверенно, поэтому, ребят, раз вы здесь, значит, вы неравнодушно относитесь к боксу, и бокс также будет вас любить. Ну, пока у меня все, если есть вопросы, ребят, я еще готов ответить. Такая сегодня короткая, ну, вот как говорят. Поясов. Ну, я 7 раз в зале, предлагаю вам на пояса, вот здесь он сейчас встанет, вот здесь, можно сфотографироваться.